Что? Твой грязный палец? Трещалка-сосалка. Все, пойду ловить рыбу. Ух ты, какое рыбное место. Медуза, медуза, мы друзья. Хоть бы акулу какую поймать. А ты Толика не видел? Какого Толика? Значит, не видел. Видал, 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 ага. Что? Ребята сказали, что танец классный. А Артём Петраков написал, что это труля-лямба. Прикольное название. А сейчас, ребята, для вас танец труля-лямба. А еще все говорят, что ты мало даешь мне конфет. Ладно, на. А, то-то же. Вот какой противный, не давал мне конфет. Ой, это что, удочка? Все, пойду ловить рыбу. Валера, ты где? Валера! Ага! Нету. Валера! Физалис тут, а Валеры нету. На рыбалке я сижу и на поплавок гляжу. Не клюет сегодня что-то, может съесть от чего-то. О! А это что такое? О, медуза, медуза, мы друзья. Медуза, медуза, медуза. Какая медуза? Конфетка, конфетка, мы друзья. Конфетка, конфетка. Трам-пам-пам-парам-пам-пам. 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 Как что? Рыбу ловлю. Так тут же не рыбное место. А где рыбное? Ну не знаю, в аквариуме, в тазике или наконец в раковине. О, я побежал. Ой, удочку забыл. Настоящий рыбак. Всем привет, ребята! Сегодня я буду делать медвестатую. Эй, стой, 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 подожди! Что еще? Ты забыл, у меня вчера был день медведя. И? Где подарок и конфетка? Подарок, Валера, я сделаю, а конфетка вот. Ого, классная какая! Эта конфета необычная, она для ленивого медведя. Ой, это для меня. Ее нужно вот здесь крутить и лизать. Класс! А еще она трещит. На! Трещалка-сосалка! Для изготовления статуи мне понадобится силиконовая форма и гипс. Паша, а подари мне танк, а еще лучше самолет. А ракету тебе не приобрести? Самолет и танк стоят очень дорого. Мне скучно, я просто хотел полетать или покататься. О, Валера, так для этого ничего покупать не нужно. Правда? Да, нужно просто скачать самый крутой и реалистичный военный экшен War Thunder и играть. Бесплатно? Абсолютно бесплатно. И вот тут можно и полетать на самолете, и покататься на танке. И даже можно сбить самолет из главной пушки танка. Ого, а еще? А еще можно проломить мост под машиной противника. А если твой товарищ заглохнет, то его можно отбуксировать на тросе. Круто! Валера, в War Thunder есть уникальная рентгеновская модель, которая во всех деталях покажет, куда именно ты попал. Ух ты! А еще можно ствол неприятелю отломать. Или гусеницу подбить. И что? И все. Он беспомощен и неподвижен. Классно. А танк там один? Нет, там сотни единиц техники. И причем не только танков, но и самолетов. Валера, короче, тут можно все. Хочешь, сбивай авиацию с земли, а хочешь, прикрывай напарников с неба. Ребята, кто тоже хочет поиграть в War Thunder и получить крутые бонусы от Валерки, ссылка на бесплатное скачивание игры в описании под видео. Открываем гипс. И высыпаем его в емкость. Так, маловато. Еще парочку. О, теперь многовато. Нужно лишнее отобрать. Берем кружечку, наливаем воды. А еще нужна будет специальная палка-мешалка. Но я использую Валеркин меч. Надеюсь, он не обидится. Наливаем и мешаем. И нужно добиться консистенции сметаны. Хоть бы акулу какую поймать. Что-то не клюет совсем. Да, не клюет. Наверное, это место тоже не рыбное. Ну и ладно, пойду потрещу, что ли. Берем силиконовую форму, гипс и заливаем его внутрь. Так, теперь постучу, чтобы гипс равномерно распределился и лишние пузырьки воздуха вышли. Так, теперь остатки вылью в бумажный стаканчик. Это будет у нас постамент для нашего памятника. Вот, утрамбуем. Готово. Все, пускай теперь застывает. Ух ты! О, а ты Толика не видел? Какого Толика? Значит,
не видел. Тяжела жизнь рыбака. Так, нужно открыть краник, чтобы водичка полилась вот сюда, в мое рыбное место. Все, ура. Тут должен пойматься большой бубырь. Ребята, если вы тоже любите рыбачить, как я, жмите лайк. Валерчик, поднажми. Давай. Ловись, рыбка большая, прибольшая, огромная и гигантская. Тоже ловись. Ну хоть какая-нибудь ловись, а? Не клюет. Ладно, буду есть свою лизалку-сосалку. А Толик не приходил? Нет. Жаль. Ну что, все уже застыло, и давайте посмотрим внутрь. Классненький. Хотя есть небольшая дырочка в ухе. Ладно, теперь постамент. О, он тоже получился классно. Теперь нужно Валеру приклеить к этому постаменту. Вот так. Нужен клеевой пистолет, включенный в розетку. Теперь подождем, пока он нагреется. А я видел, что в прошлый раз один мальчик и одна девочка не подписались. Валера! Ну что, ребята, подпишитесь, пожалуйста, а? Если просто приклеить, то он может отвалиться. Ага, а это значит... А что это значит? Что, что? Дырку нужно сверлить. А еще нам нужна будет тонкая палка. Вот, и сейчас я подберу сверло. Так, которое больше всего подходит по диаметру. Вот это. Возьму мини-дрель и вставлю сверло. Вот, затягиваем. О, какое! Сейчас отмечу место сверления крестиком. Сверлить буду тут. И вот тут. Хотя наш Валера может быть против, но мы ему ничего не скажем. Правда? Начинаем. Готово. Так, ну вроде бы не ошибся. И палочку вот здесь нужно обрезать. Ну, как обрезать? Я бы даже сказал откромсать. Вот так. Хряц. И все. Совмещаем. Во, круто. Только сейчас еще закреплю клеевым пистолетом. Вот так. И вокруг. Угу. Надеваем медведя. Пускай приклеивается. Так, стоп. Валере нужна конфета. Чё это я разорался? А то он сейчас услышит и прибежит. Да где моя конфета? Где моя конфета? Да, теперь понятно, почему не каждый рыбак расскажет о своих рыбных местах. Потому что их мало, а любителей рыбы много. Отметим вот здесь и просверлим дырочку. Вставляем конфетку. О, по-моему, получается классно. Как вы считаете? Сейчас я тут как вскарабкаюсь. О, вот оно, рыбное место. Рыбы, я уже иду к вам. Я считаю, что нашего медведя нужно покрасить под цвет бронзы. И тут тоже чего-то не клюет, ничего. Ух ты, так тут и воды совсем нету. Ну и ладно, зато у меня есть вкусная конфетка. Паша, а там рыбных мест совсем нету. А ты это видел? Что, твой грязный палец? Да нет же, Валера, вон, смотри, готов? Я готов. Ух ты, какой он классненький. Это медведский медвестатуй. Это статуя. Нет, какая же это статуя? Это статуй. Ребята, правильно я говорю, а? Кстати, а где можно рыбу половить? В квартире. Угу. Ты бы еще в туалете попробовал. О, точно, спасибо. А по-моему, получилось очень круто. Ух ты, какое рыбное место, я тут еще не ловил. Валера, смотри, не поймай там коричневого карася. Ребята, кому тоже нравится этот медвестатуй, жмите лайк. Ой, фу, фу, фу. Ребята, еще раз напомню, что ссылка на игру War Thunder в описании. Всем хорошего дня.